Всем и каждому следует помнить, что у любого продукта питания есть своя история. История, которая начинается с поля и меняется на каждом этапе продовольственной цепочки под воздействием наших с вами действий. Планета – наш общий дом, все мы элементы одной системы. Необходимо вновь научиться жить в гармонии с природой, а не противостоять ей. Давайте заново напишем нашу продовольственную историю. Наше будущее в наших руках.